Вам еще сколько ехать, ребят? Еще полчаса, 20 километров. Еще все быстро собрались ехать, ребят. Сколько сейчас скорость, Сережа? 35. И это в туннеле, это в гору, да, получается? Обалдеть. Если они останавливаться не будут, то и замерзнуть им не суждено. Я за свою карьеру и выступал и под снегом. И минусовая была температура, и очень было холодно.